Екатеринбург глазами блогеров появился в интернете. 70 снимков, сделанных с высоты птичьего полета, разместили в глобальной паутине. Новосибирский блогер, восхищенный екатеринбургскими высотками, забрался в вертолет, чтобы показать город с высоты птичьего полета. Получилась целая подборка шикарных панорам. Фотограф рассказал, что любит Екатеринбург и его архитектуру. Он считает, что город строится впрок, на будущее. Зданиями в 30 этажей горожан уже не удивишь, а Высоцкий стал настоящим символом Екатеринбурга. We'll be right back.